Привет. Не, ну рожа, конечно. Соседку на мою похожа. Шутка. В общем, прошлая серия закончилась внезапно закончилась по причине кончины места на жестком диске. Поэтому придется еще раз поговорить с этим приятелем. Угу. Дотянулся, а? Целился своей матней. Сука. Дотянулся таки. Какой. Да что ж я его ударить-то не могу, но. Ой, какой ты нудный, а? Правда. Парень, ты будешь по ему попадать или ну его? Да. Да сколько ж у тебя комп-то, а? 1,5 миллиона? Или больше? Ах ты. Ах ты дичь. Дичка. На те. То есть, если перед ним стоять и потом чуть-чуть вправо отойти, то он не попадает. Вот уж не знал. Эй! Дичь. 320. Сколько урона? 9. Чуть мало. Так. Ага. Ага. Сейчас по башке как даст. Нет. Эч. Камера. Иди твою налево. Все, парень, сдавайся. Сдавайся, говорю. Сдавайся, говорю. 140 тысяч за него дают. Офигеть. Нагрудник. Драконоборец. Где он? Нагрудник был. Нагрудник. Нагрудник дракона борца был, правильно? А, железный нагрудник, вот, господи. Ну, молния, тьма, да, понятно. Че у меня стоит? Черный рыцарь. Ну, сет, в принципе, у него неплохой. Ладно, босс. Я буду в черном рыцаре ходить. Мне эта одежонка по душе. Ти
Титанитовая, а ну-ка, башка у него как выглядит, железный. Драконоборц, а вот, а башка-то получше, чем это. А, ну правильно, это ж маска. Вот клюва бы не было. Было бы прикольно, да хотя и так прикольно, конечно. Ну, в этой локации я останусь в маске. Маска соседки. Ладно. Там я все вроде собрал. Блин, тут этот дядька большой ходит. Который, в общем-то... Его вообще какой смысл убивать, этого дядьку? Вон того вон. Нет, где он? Вон он ходит. Я не знаю даже. 200 тысяч, тем более, блин, еще накапало опять. Эти тут еще саранчуги. Еще не нападает. Он говорит, я покажу тебе, что. Может быть, и не покажу. Хотя нет, что они обнаглели. На маму нападать. Мелкота. Ой, блин, зря сюда иду. Там же ни хрена нет. Там лежит мусор. Ой, зря я сюда иду, ой, зря. Пожалею я об этом, ой, пожалею. Ой, пожалею. Ай, щау. Ой, пожалею. Ой, по... Вот, уже пожалел. Вот, уже пожалел один раз. Ты... Да как ты... Убегай, товарищ. Падлы. Бля. Да, без перекатов с ними вообще жопа драться, конечно. С двумя, тем более, сразу-то. Хрен с тобой. Я поступлюсь с принципами без перекатного боя. Ай. Ай. Ну куда деваться? Ну как? Вот как он промазал? Как? Блять. Вот я же сказал, пожалею. Ну вот, пожалуйста. Чем просто так сказал, что? Сдохни. Что с луком-то? Да. Нечисть. И с тем дядькой большим драться я тоже пожалею. Тут лежит мусор. Пожалуйста. Если не верите.
Ну сдохни, ну. Не, ну знаю, что. Говно. На ножках. Еще один. Тебе-то что надо? Еще один. Да. Как может выжить насекомое после такой удара такой дубиной по башке? Ёптать. Вообще unreal. Ты меня к дядьке зовешь, да? Сейчас. Ищите дурака, называется. Падла. Нет, с этой саранчой это была плохая идея вообще драться изначально. Семь фляжек. Я вам спою такую песню. Я не буду с ним напрямую драться. Я знаю, что делать надо. Сейчас вот этих вот. Загубим. Несколько злобных душ. Или они меня. Вот сейчас он должен навернуться весело. Ну, блять, если я так стрелять буду, то нет, конечно. Тэнш! Нет. Почему? Почему он не так делает, как надо? Сюда подошел. Так, стоп, а у этого щита. Не тот удар, черт. Не тот удар, не тот удар. Давай, товарищ. Не тупим. Оп. У меня когда получалось, они так весело ныряли. После этого выстрела. Ай! Нет. Кнопка не та, парень. Мужик, твою мать! Угу. Эх ты, ушел. Блин, у меня эта фигня кончилась. Все жирные до предела просто. Как же у меня получалось-то? Я так хочу, чтобы небо не кончалось. Дайте по башке. Дайте по башке. Этот удар, конечно. Подбрасывающий. Это просто нечто. Что его отсюда надо расстреливать? Вот этого убить на всякий случай. А может быть.
Капюшон дали, да? Так, а тут что? Светится? Давай попробуем. Так, значит, для этого нам надо колечко стрельбы из лука. Так, бафнуться. Или вот отцу. Блин, там еще один стоит, зараза. Короче, пофиг. Так, что произойдет? И вы не страшные. Ага. Ты тоже не страшная, в принципе. Так. Ладно. Блин, еще один. Стой спокойно. Добиваю его. Готов. Готов? Готов. Ой. Да, готов. Хорошо. Это прям, скажем, попроще, чем вблизи с ним драться. Хотя... Я не знаю, что это ты торчишь тут. Да блин. Сколько же у вас жизней-то, господи. Зачем столько? Все, мне надоело с саранчой воевать. Я сейчас оббегусь тут. А, кстати, да, надо туда он зайти еще. Сейчас пробежусь. Блин, не зайти сначала. Сейчас саранча на меня сагрится. Бегай потом от нее по всей локации. Так, где эта фигня сидит? Вон она. And so she lived in fear of the dark. Of the things that gnawed at her. And yet, the abyss hath yet to fear not the dark, my friend. And so, where fire resideth, shall fear not the dark. And let the feet. And so, and ye fear. And so, where fear. Сказочник, блять, Венского леса, ёптать. Ай-ай. Так, ну мне не сюда не надо. Хотя. А, не надо. Мне сюда попозже надо. Так, там что-то лежит, да? Пойду заберу. Правая рука. Ну и все, я вроде больше все собрал. Или вон там что-то есть. Нету вроде. Ой, да и не надо, господи. На самом-то деле. Барахло это в конце игры уже. Печалит только. Расстройство одни. Так, тут
Вторичных нет. На месте! Сто раз два! Я не понял сейчас, это что за... И это не понял. А встать не дашь? Ну и я тебе тогда не дам. Вуаль, черный ведьм. Так, а тут ничего нет, да, больше? А что за вуаль черной ведьмы? Посмотреть как? Никак? Не надо смотреть. На ощупь двигаться. Что на мне было? А, ну все, собственно. Эти кролики закончились. Нет, что-то мне не особо колпак этот. Уж лучше вуаль надеть. Весу-то 70 килограмм. Я почти умещаюсь как-то в средний вес. Чё за... Ах ты ж мать твою, ворона прилетела. Не рычи, не рычи, ща приду. Соскучился, что ли, уже? Господи. Два дня не прошло, как виделись. Так, куда мне надо сначала сходить сюда? Что-то темно, я ни хрена не вижу. Что-то не твой шлем. Так, вот этого парня бы не надо, наверное, скидывать, да, тоже. Иди сюда. Задумал. Блин, мне что такое? Ага. Это не тот удар. У меня не получился удар. А, у меня магии нет. Ай, ай, ай. Нет, не. Бэкстеп нужен. Бэкстеп. Да, двигайся ты, твою мать. Не, блин, еще ничего не дробнул. Редиска. Надо было скинуть тебя. Большой щит с драконьей головой. Где-то еще маленький пропустил. Так, надо сходить сюда. Так, прежде чем сюда идти, нет, все правильно. Надо сходить сюда. Здесь вот такой вот
секретик есть, покажи свою человечность. Все, наверное, начали в людей превращаться. Ну, в смысле, угли юзать, а это ничего не дает. В общем, много тут голов разбилось, пока решали эту загадку. Слышь? А где твои... Да что ж ты... Ой, какая ты зануда, а я этот вопрос взяс. Саранча зануда. Ладно. Ну, конечно. Разве ты можешь с первого раза превратиться в нужную скульптуру? Вы издеваетесь, да, надо мной? Интересно. А если он не превратится, я как ту дверь открою? О. Наконец-то. Я Каспер. Я маленькое злобное привидение с мотором. Бум. Так, нет. Подожди, карабкаться. Давай сначала костер. Пойду я вообще душ потрачу, вот чё. А ты чё-то... Чё, силу, да? Блин, ещё 140 штук. Я не понимаю, зачем они, правда, вот сделали... 243. Зачем они сделали вот этот бесполезный диалог повторяющийся? Ну, 2-3 раза там сказала, все, дальше молчи, пожалуйста, все в трубочку. Сколько мне тысяч надо? 200? Это значит 400? А... 243 хватает. Блин, Лили стойкость качает, а стойкость не дает ничего вообще-то. Она по единичке на там на 5 уровней прибавляет. Кашин ван. Ну, собственно, все. Больше в этой ветке нет применения. Кроме как в ПВП. Один раз за игру в самом конце, в последнем DLC, она пригодилась. Они в натуре в конце, вот в последнем DLC сделали такие решения, чтобы хоть что-то пригодилось из того, что было ранее найдено. Вот я говорю, кольцо вот проклятия здесь, оно, да, помогает. Потом вот эта вот ветка тоже.
подожди. А, в справницу, да-да-да-да. Вот это вот, вот эта хрень тоже. Муховая. Ну, муховая, конечно, и так можно ее жрать, но она бесполезная. А здесь вот от проклятия она тоже помогает. Так, я не помню вообще, что здесь. А, тут гиблое место. Так, тут очень плохое место. Ну и где это мракобесие ходит? Блин. Блин. Да ты чё делаешь, блин? Да ты долбанный баран. Блин, еще один. Я забыл про тебя, парень. Я забыл про тебя, парень. Извини, извини. Да побежал, что ли, давай. Да. Нет, я не хочу тут помирать. Только не сейчас. Только не сейчас. Только не сейчас. Блять, как вы заманали. Что ли ты? Ёбаный рот, блядь. Гиблое место. Очень гиблое место. Блин, да ты... Да ты умрёшь уже, нет? Блин. Козёл. Тут не так, конечно, надо сражаться. Тут надо бегать вот вокруг этой херни. Вот так вот бежишь. Хоп, побежал дальше. Делаешь кружочек. Так. Как он там колдует. Подбегаешь. Хрясь ему. Промазал. Хрясь ему. Попал. Ну, можно еще раз побежать. Так хрясь ему. Убежал. Ай. Отхватил. Спрятался. Ай-я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 й
Гиблое место. Без перекатов тут вообще не жизнь. Сколько у тебя там жизни ты еще хочешь? Вот все. Готов наконец-то. Кроме того, тут еще вторженец должен быть, вроде бы.
Но у меня его тут опять нет. Если туда дальше вот пробежать, то вроде бы кто-то вторгается, что ли. Но это не точно. Ну ладно. Отпились кое-как, короче говоря. Всего этого. Так, стоп, тут что-то было. Что я сюда нашел-то? Тут где-то лестница есть, вроде бы. Или не здесь. А, вон здесь. Это вот эта лестница. Так. Дальше я иду куда сюда. А, вот он этот щит мелкий. Огнем, который дышит. Дышите, не дышите. Мышите, не мышите. Да, вот этот обелискус. Я не грешил, я не проклят. Хорошо. Я прям сама... как это называется-то, господи? Сам святой. Святоша. Теперь надо вернуться вон туда. Вон туда надо вернуться. Теперь или никогда. Там опасно. Там меня убьют опять. Я не хочу туда идти, но надо. Блять. Как с ними неудобно в проходах драться, пиздец, ни хера не видно, бля. Куда бить, зачем бить, почему бить? Ой, блять, чё и проклинает кто-то, твою мать. Твою мать, твою мать, нет. Твою мать. Блин, зараза. Да ладно, ну как так-то уж? Блин, как все плохо-то. Твою мать. Ладно, сейчас я туда пробегу просто. Фиг с ним. Сдох, чё? Он меня сбросил. Эстуса нет. Толстяки ходят. В меня один тычок любой. Бутылочку юзать. Жалко, жаба. Давит. Поэтому я сейчас... как-нибудь бы пробежать здесь бы. Хочу только вспомнить, куда бежать, но вообще зашибись. Ту-ту. Ту-ту. Хорошо. И сюда.
Почему у меня смолы мало так? Я же вроде у костра побывал. Блин, да? Блин, да вы что, издеваетесь, что ли? Бля, мне хана, блядь. Ёб твою мать. Грёбаная кнопка, сука. У меня залипла кнопка удара этого. Фу. Ненавижу, когда такое происходит. Ненавижу. Грёбаный shift залип. Твою мать. Должен был удар этот, спецудар быть мечом. Вместо этого обычный удар сделался. Ну, конечно, обычный. Что поделаешь, человек не машина. Ошибается. Паутинка. Сюда паука не хватает, кстати. Сверху бы какой-нибудь появился, вот было бы забавно. И надо было бы его рукой так смахивать оттуда. Весело было бы. Можно не тупить. Не мои души. А мне вообще вниз или нет? Вот что надо было делать, да? Вот так и вот так. Вот и все. Ну, валить отсюда нахер. Вот и... Сказать о монолите. I swear that I am. If you would, it won't be long. Who I was, and I'll have you. Все. Так. Больше мне здесь делать вообще нихер. Вроде бы. Все. Пошли за. За драконом охотиться. Вроде бы. Правильно же, да? Или неправильно? Так, сейчас, секундочку. Секундосик. Секундосик. Микундосик. Огонь 60 мало. 70 мало. 76. 71. Хотя тут безопасное место есть. Только я не помню, где оно. Тут надо бежать. Оп! Заебись, блядь. Это что нахрен было такое? Я со щитом бежал. Блядь, ёбаная камера, сука. Можно без щита пробегать. Я не помню только.
как куда именно надо. Парень, ну только не умри, не умри давай. Ну естественно ты тут будешь, блин. Я бы удивился, если бы был по-другому вообще. Что-то меня огонь дамажит, вообще пипец, но. По самое не балуй. Даже как-то странно. Я со щитом черного рыцаря пробегал тут. Может я кольцо надевал? Может быть. А ты почему живой? Ну сраный дракон, я тебе покажу. Подожди. Finally, now I know exactly who I go this way and peep past the broken staircase. <It'll change. laughs> Every age, it seems, is tainted by the greed of men. Rubbish to one such as I, devoid of all worldly wants. Это брат, наверное, того, как его, луковки, лука. I'll stick you in my prayers. A fine dark soul to you. Ну-ну. Ну-ну. Ню-ню. Так, тут сейчас будут всякие... Может их это огоньком угощать? Попробовать. Может им понравится? Так, а мне вниз, что ли? Там куда? Не сюда, не сюда, не сюда. Блин, тот сундук этот такой гадкий. Блин, а как я буду с ним воевать тут со щитом? Без перекатов. Кто-нибудь может мне рассказать? Ну почему, Лок? Ни хрена урона. Бля, если он меня сейчас съест. Блять, все, я труп, блять. Я ебаный труп. Ну правильно, блять, нихуя себе. Я же туплю просто, езжайте, господи. Ай. Да, все, надо, наверное, это закончить на сегодня. У меня они, кстати, есть. Медальоны-то эти, как они. Есть, блин, ну эквип не сразу, господи. Вот это что ли надо, я уже забыл. Да, вроде. Этот гребаный сундук меня уже
третий раз, что ли, убивает. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Пипец, огня урон наносит. Огонь урон. Чё сказал сейчас? Очень много очень. Я думал, это я сдох. Обрадовался, слушай. Ну ладно, зато вот доспех лапа заберем. Заберу. Заберем, заберу. Так, дальше. Дальше сюда, сюда. Забрать души. Намазать оружие чем-нибудь. Гнида долбаная. Да куда ты? Эх, жирный. Эх, жирный. Ну, ударь. Бля. Бля, да вы издеваетесь нахер? Я ненавижу, когда так происходит. Бля. Меня выбешивает просто. Я бесюсь. Ящерица вот она. Умерла? Хорошо. О, там еще что-то лежит. А что там лежит? Что? А как туда забраться? Я не знаю. Секундочку. Это надо выяснить. Тут вроде бы больше не было ничего или было. Где это лежит-то вообще? Тут все так хитро. Что даже хрен поймешь. Наверх, что ли? А, вот это где лежит. Тьфу, я. Простой самоцвет. Нам сложного-то не надо, вы нам простой суете. Господи. Дальше. Господа, дальше. Так.
так, не буду я с тобой вблизи воевать. Нужен ты больно. 100 лет. Еще наденем колечко, встанем спокойно, с перекурами. Ай, нет, 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 нет. Вот смотрим, значит, смотрю в голову. 366. Угу. Бафаюсь. Прицелюсь. 405. Ну и пошел. Пошел, пошел, пошел. Не останавливайся. Не останавливайся. Так, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Это что это за звук был? Яйца у него отвалились? Или что? У дракона, я имею в виду. Да стреляй, что ли, господи. 2 раза выстрелит, 30 минут курит. Такой перерыв между вот... Вот стамина кончилась. 3 секунды, наверное, даже больше. Перерыв. Пока она начнет восстанавливаться. Вот и все. 1 минута. Наверное, не больше, да? При того меньше. Что тут стояло вообще? Защита, наверное, да? Вот это вот. Ну или вот через этот камень его убивать, сюда прячешься. Он не достает здесь. Пофиг. Я его и не убил, он просто свалился вниз. А вот мне интересно, а если сейчас спрыгнуть туда, окажешься на арене с драконом или нет? Это интересно. Проверить, что ли? Но он вниз упал, правильно? То есть, если я спрыгну сейчас, я теоретически должен оказаться на арене с дракошей. А, какого черта? Проверяю. Ну, может быть, я из-за того, чтобы за скалу зацепился, поэтому умер. Ну-ка еще раз. Пофиг, колец много. Не жалко. Может быть, надо полегче быть. Ну-ка я сниму-ка вот это вот все. Проверим. Теорию. Вряд ли, конечно, но чем черт не шутит. Ну нет, нет, так не получается. Не дают так попасть к нему. Ладно. Хотя, может быть, надо спрыгнуть с определенной точки. Тут много, если бы.
Что отсюда надо прыгать, кстати говоря. Там что-то лежит. А где это? Что? Что я пропустил? Секундочку. Вон что-то лежит, да? Что-то пропускаю, ладно, пофиг. Возможно, я еще туда вернусь. Трим-парьярим-пам-пам-пам. Знаю я ваши приколы. Циркулярная пила. Ай-яй-яй. Да, блин. Зачем мне все это, я не знаю. Но... Но оно есть. Как же не взять то, что есть, да? Тем более за так. Халява. Можно сказать. Помню, что лежит. А, тут кольцо, по-моему, какое-то. Да. Которым я даже не пользуюсь. А-а-а. Штяк. Так. И чё-то, чё-то тут ещё было. Чё-то было. А, дракон был. Собственно. Не та сторона. Вот здесь вот я раз пять падал, наверное, вниз туда. Как в первый раз проходил. Бегу по лестнице, херак вниз, а там ваншот от падения. Зашибись, блядь. Чё-то прохождение смотрел, там парень удивлялся. Чё тут столько крови? Как тут поумирали? Падали, что ли, вниз? Долбоёбы, что ли? Ну, типа того. Да. В общем, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что я сейчас добегаю до костра. И серию на этом заканчиваю. Всем пока.